За тем, как город приводят в порядок, можно следить в сети интернет. Замруководителя департамента благоустройства и экологии Игорь Рудаков в своем твиттере выложил фотографии, на которых сотрудники коммунальных служб чистят посадочные площадки и тротуары на улице Главная. И еще один уже видеофакт собрал во всемирной паутине более 1000 просмотров. На кадрах, которые снял прохожий, видно, как самарские полицейские пытаются вытащить из автомобиля виновника дорожной аварии. Водитель внедорожника допустил столкновение с автомобилями Lexus и Ford. На место прибыли сотрудники полиции, но мужчина отказался выходить из своего авто. Тогда инспекторы попытались выбить стекло прикладом автомата. Но внедорожник оказался бронированным. После этого водитель все же разблокировал двери и был задержан.